Опоры линии электропередачи выкрасят в цвета Олимпийских колец. Сегодня в Красной Поляне проводится эксперимент. От подстанции ПСУ до горнолыжного поселка все опоры, а их более 30, приобретут необычный облик. 4 из них уже практически готовы. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, специалисты используют альпинистское снаряжение и быстросохнущую краску. Но сначала металлическую конструкцию обрабатывают антикоррозийным веществом. Это существенно продлит срок служения опор. Металлические поверхности покрываются в соответствующий цвет, который органически впишется в окружающий ландшафт и будет радовать глаз всех посетителей Олимпиады Сочи. По задумке дизайнеров, в итоге внешний облик опор дополнит специальная подсветка.